Итак, всем привет, это 16-я серия прохождения игры Ведьмак, часть 3, DLC, Кровь и Вино, Плотва, уровень сложности насмерть. Мы по-прежнему пытаемся, в общем-то, добраться до сокровищ. Кстати говоря, по следам пророка. Так мне сюда и надо, по идее, да? Ну так и хорошо, давайте сходим. Сюда прямо. А по-прежнему, в общем-то, ищем чертежи доспехов Мантикоры. Но попутно исследуем места. Места красивые. Никогда не знаешь, на что наткнешься. Так. Быстрее, да. Шевелись, Плотва. Что-то он вот за все время, которое... Шевелись, Плотва. За все время вот этого конкретно. Только я хотел сказать, что это самое. Ни разу не сказал, как взял и, собственно, сказал заветную эту фразу. Так, ну мне как раз таки, по-моему, здесь где-то надо что-то. Статуя пророка Лебеды. Давайте посмотрим. Так. Рюкзак. Нет, задание. Нам нужен вот это вот. Это недалеко, по-моему, да, отсюда. Ну, по идее, далече, далече. Так что давайте сначала здесь разберемся. Так, а что с ним такое произошло? Здесь вроде бы ни бандитов, ничего. Так, тогда давайте задание поменяем. Я просто не понимаю, что мне надо делать. В смысле? То есть мне надо было просто найти это место. И все? Да? Ну да, вот они трое здесь застряли. Пошлите поможем, да? Что ли? Не, подождите. Сначала разберемся все-таки с доспехами, а потом пойдем поможем. Святилище и писал Мертен. Надо оглядеться, вдруг найду что-нибудь интересное. Пошли, оглядимся. Ну, здесь опять темнотища. Там уже что-то есть. Кайло. Замуровали какого-то несчастного, и ведь не можно обрести покой. А ты зачем вынул факел из кармана? Не очень мне понятно. Да, мать твою, я квен же выбрал. А, хрена с два. Я не могу квен выбрать. Почему? Почему я не могу квен выбрать? Я не понял юмора. Иди, 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 иди. Чё у меня с факелом? Какой еще нахрен с факел?
Какой в жопу факел? Ты чё? Какой в жопу факел? Давай уже. Меняй. Теперь-то могу? Ну теперь могу. Наконец-то, блин. Твою мать. Так. Тогда масло против призраков еще сделаем. Откуда факел взялся, я вообще не понял. Ну че? Сука. Ух ты! Тихо. Ой! Отходим. Да не, он не сложный, конечно, но как бы вот так вот. Ну давай, последний. Ну и нормуль. Задание дополнено. Что, его обыскать, что ли? Или обыскать сам по себе? А где с него что выпало? Ничего не выпало. Это печалька. Но я все равно все здесь заберу. Тихо. Что это? А, вот это вот как раз тот самый кости великого нищего. Понял. Призрак не упокоится, пока я не похороню его останки. Да без проблем. В первой комнате были какие-то саркофаги. Может, воспользоваться одним? Может быть. Рецепт трансмутации малого зеленый в синий. Ага. Дневник великого нищего. Нападение учащается. Пребывание здесь. Жители ближайшей деревни становятся более агрессивными. И мне нравится, что я проповедую истину. Понятно, убили. Короче. Олсон Мартен был некогда ведьмаком, но бросил это нечестивое ремесло. А почему нечестивое? Очень даже полезное ремесло, я считаю. Предрешена. Я умру за веру, умру за истину, умру за лебеду. В эту ночь на святилище напали люди из деревни. Банда пьяных главорезов. Скрейка, ну знаю. Крабили святилище, вынесли ценности. Понятно. Отправиться в пещеру с тайной часовенкой. Шапоги нашли. Что-то еще нашли. Так, мне надо похоронить великого-то нищего. Давайте сразу же. Это, по-моему, дополнительное задание, да? Нет. Ведьмачьи заказы? Нет. Ёлки-палки, я не понимаю. А где оно? Дополнительный за... А, вот. Найти пустой саркофаг и поместить в него, и типа того. Давайте поищем. Где-то здесь может быть что-нибудь. А, ну вот. Нашли пустой саркофаг. Сразу же. Бери. Готово.
Теперь его душа должна обрести мир. Ну, нормально. А ты видел ведьму за ведьму? Я тоже могу учудить. Вот и ладушки. Блин, да... Эй, сука, отвали! Чего я... Как я расстроил стражу? Каким это образом я расстроил вашу стражу? Так, ну что, пойдем поможем вот этим вот друзьям. Ого! Тихо! Да что ж ты будешь делать, а? Сукин сын. А, у тебя бомба, это в смысле щит. Хорошо. Иди сюда. Иди сюда, не застревай, я не вижу тебя. Да ладно. Как ты промазал-то? Дружок. Сука. Геральт, как ты мог промазать, ну? Да где ты, тварь? Я тебя вообще не вижу. Даже. Выходи уже, придурок. Да ты посмотри на него. А, это у меня, наверное, сон-дракон, понятно. Вот мастерскую картечь меня запили. Вот, вот что надо. Вот так вот и все, и дело с концом. А то сон дракона столько много их потратил, оказывается, он не, щит не выбивает. Выбивает только картечь. Карта мира. Нет, рюкзак. Что-нибудь пожрать надо. А то Геральт у нас как-то как-то ему плохо. 10 секунд. Допустим. Окей, еще пожрем. Ну и пока норм. Пошли посмотрим, что там с этими моряками. Ага, еще идут. Во сколько здесь?
Блин. Просрал. Вот это нехорошо. Блин. Надоели. Вы давайте приблизьтесь, что ли, ко мне. Не? Так вот. Нет, у меня еще есть картечь. Вот так вот. Сейчас спасем. А ты кто такой? Архитектор. И зачем все это? Все равно нечего красть. Молотки, кусок камня. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехи час. Это для тебя потеха. Ну вот, опять день спустя. Так, пятую группу нашел. Отлично. Так, давайте помедитируем. Так, у нас осталось, в общем-то, две группы, в общем и целом. Ох, мать твою! О, я думаю, я помер. Я поэтому так и закричал. Я думал, что все, мне кранты с такой высотища трюкнутся. Нет, как говорится, еще пока что живой. А это что такое, спрятанное сокровище? Ну, это потом. Это потом. Мне сейчас надо снова мантикору поискать, да? Тайная пещера какая-то. Я так понимаю, там будет какой-нибудь... Пещера с тайной часовней. Я думаю, так понимаю, там будут какие-нибудь чудища. Где это? Где это? Ага. Ну, в принципе, не сказать, что далеко. Потом, может быть, вот здесь вот, вот так вот посмотреть, что здесь. Ага. А почему бы и нет, да? Да. Так, а я сам где? Вот он я. Вот мне сюда. На плоту отметку поставим. Куда прешь? Не задерживаться! Проходите! Проходите! Сейчас глянем, что там, да как там. Так, мне куда-то туда. Что-то я слышу. Кабанчики. С кабанчиками я не хочу драться. Мне как-то нафиг оно не надо.
Это здесь. Пещера-то. Так, нашли вход. Твою мать, опять упал. Но мне опять повезло, на самом деле. Поплыли, Геральт. Где-то здесь должно быть что-то. Да, у нас тут. Прямо как описывал великий нищий. Часовенка, куда заходил Мертен, должна быть в той пещере. Что такое? Твою мать. Это что за дрянь? Творится. Похоже, его накрыло, да? Отравился. Голые женщины в пещере. Что-то здесь не так. Ну да. Ага, вампиры. Вампирское отродье. Блин, ты оглушен был, да? Это печалька. Но она не очень сильная, на самом деле. Иди сюда. Вторая, что ли, есть? Да. Да, елки-палки, я думаю, она не достанет, если честно. Я думаю, я отошел на достаточное расстояние. Но нет, как-то. А, так все, даже что ли? Если Брукс и галлюцинация, дрались они как настоящие. Типа того. А что с ним, да? Нельзя ничего полутать. Отравился Геральт, да? Голые женщины, говорит, в пещере, говорит, ее. А куда мне идти? Ну, наверное, вперед. А вот здесь вот какое-то есть ответвление. Давайте глянем, может, там что есть. А нет, мне можно и так пройти. Ну, значит, пойдем так. Это что? Мои все поны. Один я. Попрошайте в таком месте. Должно быть, это какое-то испытание. Да запросто дадим милостыню-то. Отводите взгляда. Помогите. Помогите убогому, сударь. Этот последний. Интересно, что теперь? Не знаю. Чё теперь? Ну, там вон что-то можно собрать. Так, давай-ка. Кошечку. Кошечку, ё-моё.
Блин, какие интересные квесты прямо. Казалось бы, просто собрать чертежи доспеха, а как интересно. Я так понимаю, нам дальше. Больше-то нет ничего. Черная впазера. Впадина. Тихо. Ой. Да, Геральт, может, ты сделаешь квен вместо того, чтобы фигней страдать. Интоксикация просто невероятная. Надо присесть. Хотя можно белый грипп выпить. О, в смысле белый мед. Да, надо так, наверное, и сделать. Отдыхать в таком месте может плохо кончиться. Отдых в таком месте. Таким макаром. Так, нам куда-то туда. Блин, любопытно. Очень похож на лебеду. Угу. Ты лебеда? Нет. Больше никаких видений. Надеюсь, так и останется. Может, это какая-то реликвия? Так, а написано найти все чертежи, входящие в... Я же вроде как бы вот... Какая-то реликвия и чего? А, прочесть записи, понятно. Угу, я понял. Я что-то забыл про них. Ну-ка, давайте. Я что-то не обратил внимания, что я записи какие-то нашел. Нашел какие-то записи, давайте будем читать. Записка. Да ну? Да вроде нет. Наверное, все-таки где-то здесь. Запись Миртены, да, вот, по-моему, эту. Получился, я добрался до пещеры испытаний, вошел в чертоги скрытой часовни. Угу. Чудище. В сторону озера очищения. Чтобы полностью искупить грехи, Миртен удалился на озеро. Надо туда сходить осмотреться. Пошли. Блин, а может тут можно как-то выйти, а? Нет? Здесь как, да?
Ёшкин пистолет. Здесь вот разве нельзя выйти? Я бы вот, вот, я бы вот такой вот, чтобы вот, вот прям вот вышел бы здесь. Фиг вам. Что за реликвия? Может, это какая-то реликвия? Может быть. А это кости, по ходу дела. Может, сам Лебеда тут и помер? Да не, вроде. Так, заберем руду. Руду забирай. Забирай. Грибочки всегда пригодятся. Так, здесь я убивал этих самых кикимор, да? Нам, короче, на выход. Ну, бруксы слабенькие были, это хорошо. Блин, у меня кончилась опять кошка. Так, где тут выход, елки-палки? Не хотелось бы еще одну кошку тратить. Но, похоже, придется, потому что я нифига не вижу. А, слушай, так, подожди. Не понял. А что у тебя с факелом-то, блин? О, факел. Вставай, блин. Да вставай, когда мне надо, он не достает. Когда надо, не достает. Ладно, кошка. Других вариантов не вижу. Одна штучка у меня еще есть. Я надеюсь, я правильно иду. Ой, сейчас чихнул. Чихнул практически. Куда иду? Зачем иду? Ты издеваешься? Я сделал круг? А каким макаром я умудрился сделать круг? Ё-моё. Я шел все время прямо, и в результате, блин, пришел туда, откуда пошел. Теперь мы повернем, наверное, в ту сторону, вот в ту сторону. Попробуем. Где-то здесь должен быть выход. Вот. Наконец-то. Я почти что добрался, что называется. Выплывай куда-нибудь, Геральт. Выплывай куда-нибудь. Не на ту кнопку. В смысле? Как это невозможно здесь это сделать? Враги, что ли, где-то? Хуже на то.
Ладненько, понятненько. Где это озеро очищения-то находится? Далековато. Далековато, однако. Я, наверное, вот здесь вот посмотрю, что здесь есть. Хочется. Хочется. Мы же никуда не торопимся, верно? Верно. Хотя мне, конечно, бы надо бы к мечнику и броннику бы сгонять. У меня много лута на продажу. Да можно еще это самое в Корву Бьянка заскочить. Сделать там красных мутагенов. Да может быть что-нибудь там стоило для платовые, например. Ты. Зараза. Действительно. Старый, блин, амфитеатр нашли. Витязская сила. Склоны Горгоны. Сфига себе. Названица. Спрятанное сокровище здесь есть. Кто-то здесь живет. Дневник, вино, бутылка. Дневник. Так, фрагмент, так, ага. Нашла выход. Роль Эльзеда. Привидение. Девушка воспроизвела отмеченную сцену и умерла. Или что-то ее убило. А если я повторю эту сцену? Ну, потом, Геральт. Хотя, с другой стороны, а что потом? Я так понимаю, что у нас тут призрак Эльзы. Клево. Так, как это повторить? Рюкзак. Рюкзак. Эликсиры. Нет, подожди. Задание. Упырь в амфитеатре. Круто. Найти способ повторить сцену. Блин, зараза. Наверное, надо зажечь свечи. В той же последовательности, как написано в дневнике. Ага. Зажечь свечи в той же последовательности. Блин, а я только что читал. Так, рюкзак. Круто. Опять читать. Если я еще найду этот дневник. А вполне возможно, я его еще не найду. А вот. Так. Первый пламень за юношу. Почти что ребенка, что вполне... В смысле...
Так написано в той же последовательности, как бы, где написана эта последовательность? Тут написано, что одну за того-то, одну за другого-то. Ну давай поджарим. Но тут можно долго думать, какую именно свечу за кого. Плохо, по-моему, хорошо. Ага. Ага. Здесь не призрак, нифига. Так, а вот как надо, понятно. Так, сейчас проследим по этим, по следам. Понял. Ну, я думаю, наверное, надо с этой начинать-то все равно. Да что ж ты? Слушай, вот как вот оно вот это. Я понял. Вот отсюда надо начинать, похоже. Нет, подожди. Так, здесь что у нас? Непонятно. Так, вот она сюда пришла. То есть она начинала вот с этой. Да. Она начинала вот с этой свечки, а потом пришла сюда. Здесь ее убили. Поэтому начинать надо вот с этой. Понял. Да я понял, что плохо, блин. Господи. Так. Значит, она пришла сюда. Значит, вот с этой начинаем. Начинаем. Зажигаем эту. Зажигаем вот эту. Зажигаем вот эту. Зажигаем вот эту. И... Готово. Теперь выпить. Выпить. Карта мира. Задание. Рюкзак. Выпить. Выпить — это мы завсегда. А что именно нам надо выпить? Вино для заданий? Нет, что-то как-то не вижу. Или все равно что выпить? У меня предметов в предметах для заданий как бы выдержанное вино с Тусента. Да, я это не могу применить. Давай выпьем вино. Восхитительное вино. Ну, восхитительное, давай. Восхитительное. Да блин, не то. Так что ли?
Выпить вино и закончить сцену. Это где? Какое вино? Я подобрал его, но его нет у меня в инвентаре. Я не знаю, где оно. Блин, зараза. Где вот оно? Какое из них оно? Должно быть вино для заданий, как бы. А вот и вино, говорит он. Магический светильник. Хрустальный череп. Травы. Да там дальше пошли одни ключи какие-то. А, вот. Похоже, это оно. Да? Вот оно. Выпить вино и закончить чего? А что закончить-то как? Ого! Где ты? А вон она. Ясно, ты у нас это, как ее? Тихо, подожди. Нифига себе, это что такое? Это поклонники. Фанаты, понимаешь. Тихо, тихо, тихо. Бенши. Офигеть. Все аплодируют. Подвеска. Похоже на небольшой ключик. Может, где-то здесь тайник? Может быть. Найти спрятанный ящик. Ну, где-то, может быть, наверное, вон там, вон, я бы сказал. Заперто? Это печально. Где именно здесь может быть ящик? Ну тут можно где угодно. Это довольно-таки большой. Надо в эту, вон, в пещеру, что ли? Я, лес, честно, тут никаких ящиков, ничего такого не вижу. И даже у меня нет мыслей, где это может быть. Где угодно. О, еще один черепок. Забираем. Блин, а что делать?
Так, где-то тут пещера была. Давайте в нее заберемся. Вот пещеру, может быть, как бы... Там оно. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? А, да. Походу, сделал здесь. Отлично. Вот здесь вот есть сокровище. Масло. Но это ж не оно. Это не то, что мне нужно. Абсолютно. Так, ну якобы я что-то нашел, но это не то, что нужно. Значит, надо искать дальше. Блин, керт. Серфингист недоделанный. Где это может быть вообще? Тем более, тут есть единственный вход куда-то там, но он заперт. Его невозможно открыть. Хотя, казалось бы... Это очень логично. Да, там... Смотрите, вон. Видите? Там. Как туда добраться? Заперто. Там оно. Я же понял, что там. Значит, надо искать вход. Блин, Геральт. Не застревай. Пожалуйста. Так, наверное, вот отсюда можно туда куда-нибудь... Нет. Как бы нет. Может быть, здесь тогда? Нет. И не здесь, и не там. А как? Да как? Вон оно, вон, видите, красным светится. Вот этот ларец. А, так... Я несколько, мать его, раз нажимал на кнопку А. Мне писали, что закрытый. Геральт не открывал его. Сейчас он вдруг решил открыть. Блин, жесть какая. Доспехи, капитан гвардии. Так, что там? Например, осталось несколько дней. Так, должен быть даже князь Роже. Угу. Опус Магнум. Угу. Главное, чтоб не Опус Дей. Хочет меня убить. Стилет в спину. Угу. Ясно. Убила Эльзу. Кажись. Ну ладно, мы здесь все сделали. Нам осталось отыскать логово Вихта. Так, что у меня тут? 27 из 160. Блин. Пора. Слушайте, я думаю, что пора нам найти какой-нибудь... Отправляться надо, продавать все это дело. А то у меня слишком этого всего много. И можно попробовать серебряные мечи сделать из... Ого. Кладбищенская баба. Ты посмотри-ка. Это же кладбищенская баба. Давно я с ней не дрался. Пойдем подеремся. Пойдемте подеремся. Слышь? Нет. Не то.
Да что ж ты будешь делать? Вот так вот. Кладбищенска баба, понимаешь? Нет, это не кладбищенская, я перепутал. Водяная, конечно, баба. Я про это и говорил. Конечно же, водяная баба имелась в виду, а не кладбищенская. Так, мне надо. Куда мне надо? Мне надо вот куда-то сюда. Здесь у меня где-то был бронник и эти самые... Куда-то, наверное, сюда. Кузнец Гроссмейстер. Может, к нему тогда завалиться? Давайте к нему. Он вроде как должен все покупать. Заодно у него и сделаем этот, эти мечи, если получится. У нас же теперь мечи Мантикора-то есть. Да блин, ты из-за чехлей кармультук-то. Я не знал, что в... Я и не знал, что в Тусенте слушают Леониду Агутина. Хоп-хей-ла-ла-лы. Да их пусть с ним совсем. Слушайте, жители Баклера. Их светлость соизволили нанять. Так, привет, дружок. Приветствую. Так, покажи. Покажи товары. Мне свои товары. Товары покажи. Тихо. А, ну смотрите, он неплохо так их покупает, все вот это вот за соточку. Ну это он дешево, конечно, будет. Ого! Да, стоп. Ты за столько хочешь его купить? Я все продам. Мне потому что по это по уровню не получится ничего. Колющий урон. Этот предмет нельзя продать. Жалко. Так, 9000, говоришь. Ну, в принципе, норм. 9000, я согласен. Так, жрачку покупать не хочет, это покупать не хочет. Здесь золото хочет купить. Ну, покупай. Не жалко. Остальное покупать не хочет. Угу. Ладно. Так, ну это я тебе продавать не буду. Так, давай ты мне что-нибудь сделаешь теперь. Во-первых, починимся. Нифига себе, за 600. Ебать. Посмотрите, чтобы отремонтироваться 1900. А, нет, нет, подождите. В принципе, все починим. Так, нет, ну, убирать улучшения не надо. Ремесло. Мне интересны мечи. Мантикоры. Кстати, обрезки кожи. Мне две штуки, по-моему, надо.
А, нет, мне не хватит на все. Так, мечи. Кстати, надо. Поскольку вот это... А, давайте посмотрим. У меня же практически, по-моему, все есть. Школа Грифона. Не то. Школа Медведя. Сапоги школы Мантикора, во. А такой же, кстати говоря. Только немножко другие статы. Да, практически такие же. Ну тогда и не надо, давайте тогда сделаем мечи. Так, школа медведя, понятно. Серебряный меч, школа Грифона, нет. Школа Мантикоры. Есть все ингредиенты. Плюс 13, ну я так и думал, что плюс 13. Давай. Так, и стальной меч Мантикоры. Так, чего не хватает? Ага. Есть, давай. Вот так вот и сделаем, а чё бы и нет. Спасибо, мужик, бывай. Бывай. Удачи на пути! Пошлите глянем на них. Пасы каждый день! Ну вот и пусть они такие будут. На ежегодном рыцарском турнире. В этот год он пройдет под патронажем госпожи Вивьены де Кабрис. Что у нас есть по этим? Я так понимаю, что вряд ли я уже в рамках этого прохождения найду мечи получше этих. Что у нас есть по камушкам, которые мы можем туда запсочить? Так, начнем с самых нижних. Так, это у нас вызвать горение 2%, выбить из равновесия, получение адреналина 5%. Я думаю, что получение адреналина вот сюда, это стопудово. Получение адреналина, шанс выбить из равновесия. Вот шанс выбить из равновесия, а у меня их 3. Фига себе. Вот сюда. Потом сюда. Получение адреналина. Шанс вызвать заморозку. 5%. Окей. Шанс вызвать оглушение. Шанс вызвать отравление 5%. Вот это, в принципе, можно. Хотя не надо. Пробитие доспеха. Вот это надо. Вот это надо тебе. Да я, кстати, даже, наверное, поставлю вот так вот. Да. Мощь знаков плюс 3. Пусть будет. Мощь знаков, это хорошо. Ну вот и как-то так. Не особо, конечно.
имбовый получился сет, но... Так, и теперь нам в Корву Бьянку надо. Срочненько. Срочненько в Корву Бьянку. Куда-нибудь сюда поставим метку. Тяжко на службе с пустым брюхом. Угу. Вообще, мужик, я тебе не завидую. Иногда так жрать хочется. А нечего. Так, а где моя... Так, дворец, это все понятно. А где моя корва-то? Бьянка-то. А вот она. Мой домик-то. Вот он мой домик. Темнотень. Нет уж. А, ну и мы сейчас поспим как раз. Котя. Так, давайте повесим стойку для мечей. Вот этот вот меч повесим туда, чтобы красиво было. Угу. Больше ничего не будем вешать. Так, и пойдем поспим. Нет, подожди. Поспим это не здесь. Вот здесь. Нет, не здесь. Ты так и не спишь, да? Вечный бдюн. Да блин, а где моя хата, где моя? А моя-то хата где? Здесь, а? Да нифига подобного, это не то. Это? Нет, не это. Нет, это. Вот. Я просто думаю, что это склад какой-нибудь. Окей. Так, мужик, мне надо плотве седло сделать, в смысле стойло сделать. Как идут ремонтные работы? Мнение вашей милости чрезвычайно важно для меня. По моему скромному убеждению, дела идут замечательно. Работники завершили основной ремонт. Кроме того, вся заказанная мебель уже прибыла. Так, давай. Мне здесь и правда начинает нравиться. Продолжим наш ремонт? Как ты думаешь, Базиль? Как пожелает ваша милость. Хотите осмотреть дом или подворье? Давай займемся подворьем. Что-то меня затянул этот ремонт. Что бы еще такое отремонтировать? При условии сохранения буклерского стиля поместья, а также если ваша милость не планирует, к примеру, накопать в саду ям, чтобы складировать там туши убитых чудовищ, я всецело поддерживаю. Так, верстак броника. Просторная конюшня. А сколько денег? Мне иногда нужно ремонтировать доспехи. Ну, тут смазать, там укрепить. Мне бы пригодился какой-нибудь приличный верстак. Только не за 1000, давай. Адмирал Ромполей когда-то нанимал мастера, который делал лучшие верстаки по эту сторону Яруги. Я немедленно свяжусь с ним. За 1000? Да вы что, позже. Хотя сейчас ну, дорого, ну, люди. 1000 аренов за какой-то там... Утро вечера мудренее. Хренов верстак. Я уж лучше тогда конюшню сделаю. А то мне не так много денег. Так, давай. А, ну давай посадим в саду травы. Сколько видишь, это стоит? Иногда мне нужно сварить эликсир, а нужные травы не растут поблизости. О, так ведь старый сад госпожи Нины, супруги господина Болюса, прекрасно подходит, чтобы выращивать там травы. Там хватит места даже для кустарников. 2000. Угу. Согласен. Хорошая мысль.
Разведение редких трав сэкономит мне массу времени. Не придется их разыскивать. Это желание вашей милости. Я лишь скромный исполнитель вашей воли. Думаю, через 2 дня мы могли бы посеять первые травы. Отлично. Чем еще могу вам служить? Так, конечно, сколько стоит? Плотва, моя лошадь, ты ее видел. Мы вместе через многое прошли, и раз уж у меня появился настоящий дом, то и она того заслуживает. О, хорошая конюшня – признак доброго хозяина. Как только вы распорядитесь, я сейчас же велю начать работы. Сколько? 2000? Запросто. Плотва заслуживает лучшего. Надо отремонтировать конюшню. Я немедленно приступаю к работе. Наем работников и весь ремонт займут, наверное, 2 дня. Чем еще могу вам служить? Бывай, пока у меня денег нету. Разговору позже. Я вспомнил, меня ждут срочные дела. Разумеется. Я ежеминутно к вашим услугам. Ок. И пойдем сейчас делать эти мутагены. Мне нужны красные мутагены. У меня синих мутагенов больших много, красных мне надо из них понаделать, попробовать. Так, нет предметов, которые можно было разобрать, а мне не надо разобрать. Мне надо наоборот как бы трансмутировать, как бы. В смысле, а как это делать-то, я уж не помню. А, это, наверное, через алхимию, да? Скорее всего. Ну-ка, подожди. Блин, не туда. Это, наверное, через алхимию. Так, большой зеленый, большой красный. О, вот такие вот штуки мне надо. Значит, что мне для этого нужно? Рубеда по 1 штучке. Послен и каприфоль. И из этого я могу делать... У меня 7 штук таких. Синих-то мне столько не надо, поэтому я могу сделать из них много-много. Так, а что у меня для рубеда? Наварь, купорос, рубеда. Есть все ингредиенты. Ну, нормально. Делаем тогда. Смысла не хватает. Чего-то не хватает опять. Зеленая плесень. Да, ее хрен найдешь. На самом деле. Это печально. Надо бы к травнику или к алхимику зарулить. Наверное, лучше к алхимику. Но этим мы уже займемся в следующей серии. Потому что это и так затянулось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.